Ну что, привет, народ, с вами я, Дозепа. Короче, поменяется немного формат записи потеньше. Теперь это будет более насыщенное, скажем так, сюжетом прохождения, потому что какие-то места я буду вырезать и обрезать. Возможно, видос будет короче, длиннее, я не знаю. И, скорее всего, будет выходить пореже. Но вам желаю приятного просмотра. Всех люблю, пацаны. Подпишитесь, вот там написано, короче, подпишись. И, короче, лайкосите. Всех люблю, целую, приятного просмотра. Так, а мы тут, походу, возле лагеря, да, мы тут, короче, наметились немного подраться с этой нацией. Нас самих избили. Я даже не знаю, это будет очень долгий процесс, походу, блин, так вот с ними драться тут. Да, это топлюшки кандалы. Ну и выкинешь нафиг. Дальше отдохнешь. За мной там никто не пойдет. Кем-то они там дерутся. Просто с рабами, что ли, дерутся? Святая нация с... Кем? По своим же святая нация, да? Не, они просто с рабом каким-то дерутся. Не, подожди, вот этот вот рабовладельцы, я понял. Рабовладельцами дерутся. Хотя что те рабовладельцы, что эти. Такое себе, да? Я тут скрыто посплю, я не знаю. Или пофиг пока побежать, блин, на этих, на голодных бандитках покачаться. Без понятия. Что у нас там по характеристикам? Параметры. Крепость 64, ловкость 13, ворот 39, боевое искусство 12. Ну, даже не знаю, как мне там вламывать им пока что. Давай, что там по карте? Где я тут нахожусь? Возле святых шахт. Слушай, вот возле руин святой заставы, вот там можно покачаться. Отлично даже. Наверное, я пока рано сюда пришел. Да, определенно мне пока сюда еще рано. Давай тогда на максимальной скорости хоть как-то отлежусь тут. И разберу потом свой спальник. Кто вы? Голодные бандиты. Это вот что-то наши клиенты. Все, хорош. Так, хотя бы на второй скорости. Ну что, кач идет. Чё, потом к этим пацанам отбегу. У них тут, короче, в плен поберут этих голодных попрошаек. Ну, они тут попасть по мне не могут, но я что-то тоже что-то не наношу как-то. Там один удар, если сделают, уже хорошо. У меня, короче, навыка боя не хватает. Ну, что-то там выхватываю. Ну и повалили меня. Нет у меня, братан, ничего. Оба, крепость. Что у меня по аптечкам? По аптечкам мне хватает. Давай. Так, еще тебе шина еще нужна. Ну, давай наложи шину. У тебя вроде не настолько там прям пробито. Давай-ка ты дальше отдыхай. Ну, эти сами побежали на них, короче. Сейчас их там уработают. Ну, вот и все. Закончились голодные бандиты, короче. Все, пофиг, давай демонтаж.
На первой скорости. Давай вяленое мясо сюда. И, короче, погнали к руинам. Осознал я, что рано мне пока там с этими господами еще тягаться. Ну, значит, еще пару серий надо покачаться. Неизвестная башня. Ну, я бегу туда, где точно знаю, что могу встретить. О, голодные бандиты. Смотрите, я им тут пайку принес. Так, короче, вот этот камень ориентир. А ну, понеслась. Слушай, ну эти какие-то, блин, сразу попали по мне. Опять по животу. А, ну еще пыльная буря, 70% защиты. Когда же я этих, блин, пыльных бандитов-то начну вырубать, а? Там одному ударил. Мораль сей басни такова, что стадо зайцев, сами знаете, кого побеждает. Вы где там? Эй, господа. Куда ушли? Вот они. Ну, они, короче, в рабство направляются там. Давай тихий нокаут. Ладно, давай опять пайку выкидываю. Ну, крепость как бы тоже хороший параметр. Так вот. Короче, давай лечись, блин. Эти опять там не набежали. Вопрос, блин, какого хрена они такие крепкие? Это же бомжи. Какой-нибудь камень. Так, давай, хорош, лёживать. Давай к хабу, короче, побегу. Там найду какие-нибудь камни, подолблю их немного. Перегрузик будет. Че, вообще на меня пофиг, вы кто такие, изгой святой нации? Ну, значит, да, пофиг на меня. Хотя, смотрите, он горит. Бывший раб. На 10%. 10% похож. О, руда. Давай, короче, подобывай. Да, и пофиг, что там работа качается. Типа, не нужно параметр для этого перса. Зато перегруз будет. Так, работа 3. А, это за травму у меня, короче, на 3. А, нет, подожди, травму минус 42%. То есть у меня работа 2 считается. Так, что тут на меня еще какие-то бомжи, блин? Опять голодные. Ну, давай. С перегрузом. Ой, ну сейчас меня опять побьют. Дай пофигу. Что мне будет? Чем-то забагались на камне. Давай, пофиг, атакуй всех. Все равно у меня хавка там уже не было. Все, давай, не притворяйся. Я, мы прекрасно знаем, что нифига не мертвый. Давай дальше использовать. Использовать? Налетели тут, понимаешь ли. Так, ну чё, народ, накопал тут, короче, железо. А, сколько у нас там по перегрузу? 59. Вообще отлично. Замечательно.
И чё, куда прогуляться? Куда-нибудь так сбегать бы. С этим перегрузом. Давай, пофиг, пробежка до Адмага. Пробежечка до Адмага. Пока сила качается, все отлично. Это я через хаб бегу, да? Давай, пока я в хабе, я, короче, еще хавкой затарюсь. Давай говорить. Нас тут побили немного. Давай мяско. Давай, что ты еще можешь мне дать? Я, конечно, эту фигню взял бы. Она, типа, много слотов занимает. Давай его. Рыбеху. Ну и все. О, слушай, появилось место. Но все равно не столько много, как хотелось бы. Ладно, пофиг, с голоду не помрем, да? Все, давай пробежечка до улья. Может, там что-нибудь интересное стоит по дороге. Все, кач пошел. Будем сильные и выносливые. Еще одна локация ули, да? Ну, давай сюда зайду. К этим ребятам. Может, так, ну, что-то получится. Ча, посмотрим. Так, давайте сегодня без горил, блять. Мне еще жить хочется. Ладно, походу, прощай перегруз. Жизнь дороже. Давай побыстрее в улей беги. Так, а эти что, отстали уже, да? Не отстали. А вот камни мои мне бы хотелось бы вернуть. Где я их скидывал? Кто помнит? О, нашел, 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 нашел. Все, давай, хватай. Побежали дальше, Ули. Чуть не выхватил. Что тут есть, с кем торгануть, может? Но торговать не с кем. Ну, человек. И что? Ребят, я тут подкрывать как бы хотел бы с вами. Или вы этим не занимаетесь? Не, смотрите, занимается. Этот магазинчик вот протезов. Так, а что я там хотел найти, блин, в этом магазинчике? Мне вообще хавку какую-нибудь. Опять же, там найти. Да-да-да, вот к тебе иду. Твои собратья мешают. А у тебя только вот это, да, добро? Ну, такое себе. Такое. Ладно. Чё, пошли дальше сходим.
Бегаю, открываю карту. Путешествие, короче. А потом дерется. Так, кто там голодный? Людоеды. Вот эти ребята опасные. Вот это ребята опасные. Не совсем. Да, кота хотел прийти. Ну, теперь я знаю, где они хотя бы обитают. Это, скажем так, противник еще не моего уровня. Против таких нужно драться только, когда ты будешь уверен, что ты их победишь. Это во-первых. Там опять стадо людоедов. Голодные бандиты. Вот это вот наши клиенты. А, давай ты, блин, камни свои повытибиваешь. Сколько тебе перевозу? 63%. А сейчас 22%. Все, перегруза нету. Давай с голодными бандитами. Авто у нас нету. Ну, вот так за миссию можно поучаствовать. Так мы хоть кого-то побеждаем. Садись, камни как сложились. Им один на один. Давай, 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 ты победишь. Одному там влупил. Слушай, они что там, рабовладельцев, что ли, победили? Слушай, эти голодные бандиты не такие простые, как кажется. Не, вставать. Давайте, сказал, драться дальше. Так, 21. Нам, короче, одно попадание по животу и нас нету. Ну, смотри, одно вырубило. Но она встала. Так, опять вырубили. Ну, мы пока тянем. Воскрепа 71. Давай, подлечился. Молоток. Деремся прямо до последнего. Чё, по страху сбежали? Ну чё, первый бой и победа? Ладно, на самом деле просто нас не заметили. Вот так вот. Беглый слуга. Чё мне с тебя брать, блин, беглый слуга? Давай, шину еще наложу на себя. Чтобы хотя бы не хромать. А, куда? В стопку? Решил все-таки докопаться, да? Ну, пофиг, что перегруз. Сила качается тоже при этом. Сейчас опять вырубанут нас, ну да. Что ты там меня пытаешься обобрать? Все равно ни хрена нету у меня. Ну, комната поправки еще не скоро. И чё? Этот несгибаемый. Все, давай уже в стопку пойду. Ну, похромаю, я бы сказал бы. Кочевники. Ну, кочевники это на вроде не противники, так что. Слушай, ну хорошо качнулись, там крепость на 2 подняли. Хотя у нас прям вообще высокая. 14 боевого искусства. Нормально, ворот 41. Сила уже 13, по-моему, там была шестерка или типа того. Короче, сила зарешала, мне кажется. Посмотрим, что будет, когда ее больше станет.
Вот это да. Небо здесь тоже красиво. Или планеты прям рядом. Что там до стопки еще далеко? Ну, такое. Если бы еще не хромали бы. Боевое искусство 7, минус 7. Ну, короче, добрались до места. Блять, это святая нация, елки. Сколько у нас там 10? 10%. Я не пойду-ка я к вам. Пойду куда-нибудь дальше. Святые шахты, святая ферма, бугристый холм. Ладно, давай до хаба ковылять. Нечего мне тут делать. А что-то мне казалось, что это какой-то нейтральный город. Что ты? Взяли же меди. Я еще хрен знает, что из этих ресурсов дороже, что из них дешевле стоит. Ну, по крайней мере, сейчас я это тягаю ради перегруза, ради силы. Ну, доковыляли. Доковыляли. Я уж что думал, сейчас засну, блин. Он доковыляет. Ну, давай в борец. В борец надо продаться. Серьезно так. Эй, братан, а тебе там камней приволок. Давай, давай, давай. Торгуем, короче, нафиг туда запогреваю. Вася, хапку какую-нибудь вон. Три рыбехи. Какое-нибудь еще мясо, конечно же, бы хотел бы. Но его нет, давай вам салат. И давай пофиг, короче, наверх пойду. Так, где там? Page up. И сюда. Спать. Все. Надо это здоровье тоже подправить. Вроде немного там стоит 50 катов. Чё по силе? По силе, по силе, по силе 16. Ну, это, короче, вот как раз вот прямо реально то время, когда вот этих вот голодных бомжей искать где-нибудь за городом. Пришли такие, походили, походили. Посмотрели. Пацаны, у меня тут полно хавки. У вас пока хпшка восстанавливается. Хавку неподалеку от них стену. Все, хорош, давай, вставай. Пока они там не убежали. Не ушли, не убежали. Пацаны! Подождите меня. Я с вами. Или не с вами. Че, кинетесь на меня? О! Все, кинулись. Кавку я здесь оставляю. Давайте, нападайте.
Мы хотим только еды. Ну, а что ты скажешь? Пофиг. Слушай, что-то сразу в удар проловили так хорошо. Ну, какие-то качаные голодные бандиты, я не знаю. Не, что-то мы пока не одолеваем их. О, слушай, хорошо пробил там. Одну пайку дал, короче, тот сложился. Ну и мы сейчас сложимся тоже. Ну, сразу по двоим там сунул. Драться уже так нормально научились. Ну, а сейчас и нас вырубят. В живот попадут и все. Давай еще ускорим. Все, вырубили нас. Эй, куда-куда? Мы еще не закончили. Давайте, давайте. Не-н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 е. Давайте, господа. Куда? Все, это похавало. Это стянул. Ну слушай, ну один на один. Ты понимаешь, что шансов у тебя мало. Давайте, давайте, пацаны, у меня тут рыба есть вяленая. Все, короче, походу они обиделись. Травоядные, козел. Опять давай отлеживаться дальше. Ну чё, кач, кач. Чё нет-то? Реально сила решает. Давай, ладно. Еще покопаю меди, еще побегаю там с ней. Это что, медь? Не, это железо. Покопаю железо. Подобываю, как говорится. Че, и денежка будет на пропитание. Ну че, почти докопал. Почти докопал. Отлично. Все, давай, завершай, короче. Перегруз есть. Перегруз. 51%. Типа все еще много, но не настолько, как было раньше. И чё, надо, короче, мешать куда-нибудь и это покачаться, собственно говоря. Давай в разведку сюда схожу. Посмотрю, что у нас там. Так, что-то я подумал, что походу одной рыбы нам мало будет. Давай, короче, еще с тобой тут органу. Давай к делу. Рис. Обмен на что? Обмен на камень. Давай вот так. Все, хорош. Хорош, 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 хорош. Давай. Пойдем в разведку. Ну там, короче, людоеды сидят. Там, походу, если кто и сидит, то святая нация. Ну что, разведка дело полезное. Пацаны, а с кем вы тут делитесь? Голодные бандиты с травоядными делаются, да? По перегрузу у меня 40%. Хавка идет нафиг. Вот прям сюда. И давай, короче. Ой, блядь, это кто? Это травоядный, это козел. Это какой-то козел. Давай, блядь, с бандитами тут. Помогу немного травоядным. А ты куда пополз? Ну, это, конечно, некрасиво по отношению к животному. Но в плане денег это вообще отлично.
Все, нафиг камни идут. Меня пока хватит. Давай свое заберу. Сырое мясо, да? И больше у меня места нету. Питательность 20. А если приготовить? А если приготовить? Если приготовить? Так, нет, давай ты с паузы снимешь. Ладиль, костер. А ты можешь построить его? Ладиль, костер. Строй. Да, вот так вот. Сколько дашь по питательности, просто интересно. Просто что выгодней? Рыбёха или это мясо? Ну, сырым оно, короче, пятнашку дает, а пожаренным... 30 минут сейчас какой-нибудь, да? 15. Ну, в этом плане, да, рыбёшка повыгодней. Зато хапать сеть дофига, да? И перегруза нету. Блин. Взять продаваться, что ли? Ну давай, в хаб. Не знаю, да пофиг, слушай, может найти деньги. Сколько там, блин? Три шкурины. Сколько ты стоишь вообще? Фигню стоит. Кач превыше. Даже так давай. И все нормально, давай дальше побежали. Перегруз 41 меня устраивает. Кто у нас тут? Кто у нас тут? Голодные бандиты. О, и стадо быков. Кто кого? Ну, пошел замес. У стадо быков, он там нормально, на вихре. Даже не почувствовали их. Красавцы. Просто месиво. Реально месиво. Давай, хоть кто-нибудь пускай переживет. Не знаю, зачем я его вообще хиляю. Пофиг. Выживешь? Выживешь. Не, не выживет. Давай уже долечу тебя. Я тебе точно выживет. Слушай. Да вас тут такая пачка бегают, я не знаю, что. Короче, пацаны, будем сюда приходить регулярно. Это вот нам... Сюда, короче, на восток, да? Надо ходить. Ну чё, все, разведали. Давай обратно в хаб. Ну что, всем спасибо за просмотр. На этом конец серии. Ребята, подписочка, лайкосик. Все, всем пока.